Хочу сегодня с вами поделиться вообще потрясной, обалденной, крутой натуральной маской для волос. Эта маска еще и оттеночная. Итак, без лишних слов, сразу приступим к рецепту. Что туда входит? Туда входит басма иранская, натуральная. Это будет являться нашим красящим пигментом. Сразу говорю, что блондинкам эта масочка не подойдет. Точнее, подойдет, но нужно будет исключить именно вот этот ингредиент. Вот басма, хна и амла. Итак, я добавляю, диктую рецепт на короткие волосы сейчас. Добавляю столовую ложку хны, 2-3 столовые ложки басмы. Чем больше басмы, тем насыщеннее будет цвет, темнее. Вот. Ну и по желанию столовую ложку амлы. Вот. Это все смешиваем в неметаллической посуде до состояния такой достаточно густой сметаны. Я развожу водой, которая у меня настоена на шунгите и кремнии. Даем настояться ей примерно полчасика, чтобы она полностью разошлась. Затем уже тоже по желанию можно добавить эфирное масло. Сегодня у меня это масло лимона, добавлю капель 5 примерно. Вот, и получившуюся смесь наносим уже на наши волосы, желательно их вымыть и немножко подсушить полотенцем. После нанесения я закутываю чем-нибудь тепленьким, полотенечком, например, и хожу так примерно час-полтора, занимаюсь своими делами. Затем смываю это все теплой водичкой, с любимым шампунькой, желательно натуральным. И нужно промыть, конечно, несколько раз, потому что это все-таки травка, и там есть частички, которые сложно вымыть. Но все возможно. Вот. Так я вам скажу, что у меня очень тонкие, сухие, ломкие волосы. Они не густые абсолютно, но после этой маски они просто, она просто волшебная. Они становятся густые, блестящие, легко расчесываются, объемные. Я даже удивляюсь вообще, как это возможно на моих волосах. Вот, так что пробуйте, может быть, кому-то понравится. На этом у меня все. Спасибо за внимание.